Сразу две перестановки в городской администрации. На очереди еще одна. Сегодня Михаила Долгополова перевели с должности начальника Первомайского терруправления на аналогичную позицию в Октябрьский район. А на его место поставили главного по благоустройству Вячеслава Симакова. За повышение перед депутатами ратовал Александр Перескоков. Вячеслав Николаевич более 8 лет работал на руководящих хозяйственных должностях. Компетентен, имеет активную жизненную позицию, энергичен. У него такая же любовь. Значит, к городу и к району, как и у меня. После таких теплых слов из уст главы администрации депутаты были единогласны. За повышение Вячеслава Симакова проголосовали все присутствующие. Вероятно, теперь его лицо будет реже появляться на экранах, ведь должность главы терруправления вызывает меньше интерес СМИ, чем пост главного по благоустройству. Впрочем, об ответственности за чистоту и порядок теперь в подконтрольном ему центре города сегодня Вячеславу Симакову напомнил глава администрации. Именно Первомайский район станет эпицентром празднования 650-го дня рождения города. Александр Перескоков также дал понять, что последнее место работы Вячеслава Симакова в администрации надолго вакантным не останется. И уже есть кандидатура. Имя будущего начальника управления благоустройства и транспорта пока не разглашают.